Совсем недавно я задумалась о том, что в последнее время я очень мало делюсь с вами своей личной жизнью. Не читая свадебного видео и влогов со свадебного путешествия, вы, в принципе, не знаете и не понимаете, что сейчас происходит в моей жизни, как она меняется, как меняюсь я, какие интересные проекты, мероприятия происходят в моей жизни. Поэтому именно сейчас я хочу просто поговорить с вами, рассказать о самом интересном, о самом личном, поэтому я надеюсь, что это видео вам понравится, и мы станем еще ближе. Мне кажется, я быстрее съеду из этой квартиры, чем мои соседи это делают ремонт. Который раз я жалуюсь, и в котором видео уже, на то, что они меня бесят. Первое, что без сомнения стоит вашего внимания, это мой недавний проект So My Look и Guerlain. И это был замечательный день, это был замечательный аромат и мною выбранный замечательный образ. И я, наверное, не буду долго и много говорить, вы все сейчас сами увидите. Всем привет, я лайфстайл и бьюти-блогер Маша Тимошенко, и сегодня у меня очень интересное задание, потому что сегодня, вдохновившись новым ароматом от Guerlain, я попробую создать классический интересный образ с черным платьем, и с этим ароматом у меня ассоциируется изящество, женственность и, наверное, что-то классическое, поэтому я надеюсь, что вам понравится мой образ. Это платье достаточно много на себя берет, и оно очень интересное, поэтому я решила не экспериментировать ни с прической, ни с туфлями, ни с аксессуарами, сделать что-то лаконичное, простое, чтобы показать платье во всей красе. Ну, и меня в нем, конечно же. You keep lying when you ought to be truthin'. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Кстати, со мной в этом проекте участвовало еще 5 девушек-блогеров, и есть целое видео со всеми 5 образами. Вы можете зайти, я ссылку оставлю внизу, и оставить свои комментарии, поддержать меня, так сказать, ну, или выбрать просто лучший образ. У нас, кстати, буквально 5 дней назад выпал снег, наконец-то, вот. Ну, наверное, как и в России, как и в Беларуси, в принципе, вот. Так что я безумно этому рада, я уже жду не дождусь, когда поставлю елку, когда пойду за всеми этими новогодними причудами в виде романтических свечей, венков новогодних, каких-то мини-игрушек классных, пледов. Кстати, один у меня уже красный висит сзади. И да, если вы хотите видео, влоги новогодние, посвященные новогодней тематике, то давайте, наверное, устроим это, почему бы и нет. Единственное, что я бы хотела, чтобы вы меня поддержали и поставили 15 тысяч лайков. Я уверена, что мы это сможем, и если мы их наберем, то я обещаю, что будут предновогодние влоги, и не один, а их будет много. Вот, так что, если вам понравилась эта идея, то ставьте пальцы вверх. Еще хотела поговорить о том, что в моем последнем влоге вы начали яро обсуждать тему моей беременности. Кто-то говорил, вот, у Маши болит живот, вернее, или голова, и ее тошнит, значит, она беременна. Ребята, я сейчас не беременна. И если я буду беременна, то вы об этом рано или поздно узнаете, по крайней мере, по моему животу. Вот. А его пока что нет. Я, конечно, могла его тщательно скрывать. Вот. Но, короче, я не беременна. Следующий вопрос, который я бы хотела затронуть, это мои процедуры для волос. Я, наверное, соберу самые такие ходовые вопросы из Инстаграма, из Ютуба, которые вы задаете, и вот, наконец-то, в одном видео я смогу ответить на них. Вы спрашивали, какую процедуру я делала для своих волос вместе с Kérastase, и это было, я уже, если честно, не помню точно, но это было охлаждающая глиняная маска, и вообще вся процедура была для чувствительной кожи головы. У меня, к сожалению, она как раз-таки такая, и чувствительная кожа головы может являться причиной таких проблем, как быстрая жирность головы или как выпадение волос, и, в принципе, масса
проблем может быть с этим связано. Так что если у вас действительно вы чувствуете, что у вас какие-то высыпания, такое может быть, прыщики какие-то на коже головы появляются, или сухость, или та же перхоть, это тоже может говорить о чувствительности головы, ну, кожи головы. О чувствительности головы. Вот, так что да, обязательно сходите, во-первых, наверное, к трихологу, и вы можете посоветоваться со специалистом, парикмахером, со стилистом своим, ну, у кого вы наблюдаетесь по состоянию своих волос и кожи головы. И эту проблему нужно решать, я вам честно скажу. Я сейчас пользуюсь линейкой Kerastase для чувствительной кожи головы, и я чувствую себя намного лучше, я вижу, что мои волосы становятся лучше. Также хотела вам рассказать, что вчера у меня был безумно сложный день. Я даже об этом написала в Инстаграме, и многие из вас писали, что хватит ныть. Типа, Маша, так нельзя, не надо ныть. Вот, многие меня поддержали и сказали, что Маша, держись, мы тебя понимаем. Так что у меня в Инстаграме оказалось два лагеря. И я недавно начала собирать такие, ну, настоящие фотографии или полароиды. Или вот у меня с мероприятия из Сен-Лоран пару фотографий получилось. Это очень круто, и я в последнее время задумываюсь о том, чтобы купить альбом и складывать туда все фотографии реальные, действительные, потому что я представляю, насколько будет классно через несколько лет полистать Инстаграм само собой, но полистать альбом настоящих фотографий. Я представляю, как будут рады мои дети, мои внуки, возможно, когда смогут это все увидеть, пощупать. И мне кажется, такие фотографии, они именно передают эмоции, все настроение, и они настолько атмосферные, что я даже себе задумываюсь купить вот этот вот инста... Как он называется, я даже не знаю. Ну, фотоаппарат, который, из которого выезжают такие фотографии полароидные. Так что да, я даже не знаю, что вам еще рассказать. Я планирую снимать такие видео чаще, хотя бы раз в месяц, так что если вы поддерживаете эту идею, вы можете задавать мне интересующие вас вопросы под этим видео, и я буду отбирать самые интересные. Можете задавать вопросы в Инстаграм, то есть везде, где хотите, можете в личку писать, можете на почту. И да, мне кажется, этот вариант видео наиболее для меня близок, и я надеюсь, что он вам понравится, потому что я люблю с вами болтать, вы любите меня слушать, как ни странно. Так что да, с вами была Маша Тимошенко, и до встречи на новых видео.